Прежде чем мы перейдем к делу, не хочешь освежить в памяти правила? Здесь кое-что поменялось недавно. Да, что-то такое я уже слышал. Ладно, рассказывай. Ну ладно, я хожу первый. Ну, твоя очередь. Сыграй любую карту. Как прикажешь. Да, кое-что я помню. У меня пока преимущество. Неплохо для начала. Но есть еще пара нюансов, о которых я тебе должна напомнить. Если тебе не нравятся твои карты, ты можешь их поменять. Начни с какой-нибудь сильной карты. О, например, вот с этой. Хм, должен претерпеть порталы. А теперь смотри. Ха! Хм, а у моей карты не было способности. Хватит ныть. Сыграй вот эту и посмотри, что произойдет. Спайра Петланфорд. Иди отсюда! Теперь смотри. Будет немножко больно. На твоем месте я бы спасовала. Мне придется сыграть порядочно карт, чтобы превзойти тебя. Помнишь, что говорил Весемир? Проиграешь битву, выиграешь войну. Странно, что-то не припоминаю. Бежать некуда. Я выиграла предыдущий раунд, так что мне и начинать. Давай-давай. Похоже, у меня преимущество. У тебя больше карт, правда. Но ты же меня знаешь, без боя я не сдамся.
У меня-то уж нету сил. Знаешь, тебе лучше спасовать. Ты все равно выиграешь. Готов к финальному раунду? Сейчас счет 1-1, и тот, кто победит, выиграет всю партию. Одно и то же. Как прикажешь. Ну ладно, ты выиграл. Как? Серьезно? Ты еще не наигрался? Ну как хочешь. Поплясать хочешь? Геральт, лучше не доводи меня. Поменяй. Эй, не подсматривай. Мы уже почти закончили. Теперь мне надо еще кое-что тебе показать. Сыграй эту карту. Как прикажешь. Видел? Я сыграла карту лидера. Твоя очередь. Используй умение своего лидера. А теперь смотри. Сейчас я сыграю карту погоды и... Ослабишь силу моих отрядов в одном ряду. Кое-что я еще помню. Да, погода... Вот, сыграй и эту карту. Ну, добро. Думаю, я уже все знаю. Правда? Тогда докажи. Спас... Ладно, сыграем по-серьезному. На этот раз без форы и без подсказок. Левый, правый, левый, правый. Прекрасно.
Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Мой любимый цветок – розочка. Сопротивление бесполезно. Или в суп. Сопротивление бесполезно. Есть что сказать напоследок? Неплохо. Сатища. Добавка! Люд хочет купить, Люд всегда прав, если Люд имеет камни.
Сюрприз. Смотри внимательно. Учись, пока я жив. К победе ведет не храбрость, а ум. Гляди! Возможно, это тебя потрясет. Сюрприз. Thank you.
Жги гнездо паразитов! Сомкнуть ряды! Как прикажешь. Как прикажешь. Прекрасно. Спайер Петланфорд! Будет, как пожелаете, государь. Отсюда! Или в суп! Как прикажешь. Сомкнуть ряды!
Жги гнездо паразитов! Как прикажешь. Давай уже заканчивать. Левый, правый, левый, правый. Не хочу умирать. К оружию! Будет, как пожелаете, государь. Как прикажешь. Я не повторю ошибок Эмгыра. Вперед! В атаку! Thank you.
Прошу вас, помедленнее, ваше превосходительство. Я не успеваю. Мудрый выбор. Альхерзаер. В войсках мне делать нечего. Левый, правый, левый, правый. Петланфорд! Одно и то же. Не силой, так тайными тропами. Как прикажешь. Как прикажешь. Не силой, так тайными тропами. Иди отсюда! Или в суп! Альяра, Ниальдая Кроуфайр. Терпеть не могу порталы. Я не повторю ошибок Эмгыра. Ваш покорный слуга. Слава великому солнцу!
Неплохая мысль. Довольно. Покончим с этим. Варвары. Сомкнуть ряды. Давай уже заканчивать. Прекрасно. Как прикажешь. Не силой, так тайными тропами.